Перепончатокрылых подразделяют на два подотряда: сидячебрюхие и стебельчатобрюхие. Пилильщики относятся к сидячебрюхим и разделяются на несколько семейств. Почему этих насекомых называют пилильщиками? Возможно, потому, что они полностью объедают хвою и листья, оголяя деревья. А может быть потому, что самка пилильщика, откладывая яйца, пропиливает своим яйцекладом растения. Взрослые пилильщики питаются нектаром. Личинки едят листья. Цимбикс березовый или большой березовый пилильщик – вид перепончатокрылых из семейства булавоусых пилильщиков. Это крупные насекомые с коренастым телом и булавовидными усиками. Их прозрачные крылья покрыты сетью толстых жилок, а у основания брюшка заметен характерный белый затес. Березовый пилильщик, как и многие другие пилильщики, подражают своим младшим братьям, жалящим перепончатокрылым. Красное брюшко с белой полоской у основания выглядит более стебельчатым. Длина тела этого примечательного пилильщика 27-30 мм. У самца темное брюшко с желтыми пятнами, красно-бурое посредине. У самки оно имеет желтый или коричнево-красный цвет. Передние крылья с резко ограниченной темной каймой по наружному краю. Усики булавовидные, на концах желтые. Задние ноги самцов с дутыми бедрами и изогнутыми голенями. Несмотря на крупные размеры, грозную внешность и громкое жужжание, совершенно безобидное насекомое. Взрослые пилильщики похожи на ос, но у них нет жала, то есть их можно брать в руки. Взрослые пилильщики питаются нектаром на цветах или вообще не питаются. Это короткоживущие насекомые. Главное в их жизни – размножение. После спаривания самки пилильщиков делают особое углубление в виде кармана на листе для каждого отдельного яйца. После помещения яйца в карман отверстие его заклеивается особым веществом, которое, к тому же, предохраняет ранку на листе от нагноения, заражения грибками. Надрез зарастает, и яйцо оказывается в глубине тканей растения.
Самки надрезают яйцекладом нижнюю сторону листьев и откладывают яйца в надрезы. Яйцеклад самок, напоминающий пилу, скрыт в брюшке. Вылупившаяся личинка вырастает длиной до 4,5 см, обычно зеленая, но могут иметь голубоватый или красноватый оттенок с желтоватой головой и черной полосой вдоль спины. Личинки ведут открытый образ жизни и попадаются относительно часто. Если их потревожить, то они сворачиваются спиралью. Личинки цимбикса – ложно-гусеницы. После достижения последнего возраста личинка цимбикса плетет себе очень плотный бурый кокон и залегает в земле, где и зимует. В середине мая, начале июня вылупляется взрослое насекомое. Ареал распространения – Европа, Россия, Средняя Азия, Монголия, Япония. Пилильщики могут давать периодически вспышки массового размножения и сильно повреждать березы. Особенно часто такие вспышки происходят в степной части России и Азии. Численность очень сильно варьирует по годам. Массовые вспышки размножения сменяются резкими спадами. Самка откладывает до 200 яиц на внутреннюю часть листьев, предварительно свернув их. Вылупившиеся личинки активны преимущественно ночью. За 3 недели масса личинки многократно увеличивается с 4 до 1400 миллиграмм. Хотя отдельные особи поедают очень много листьев, они не наносят значительного вреда, так как их присутствие обычно редко. В случае опасности они могут выстрелить в хищника гемолимфу на расстоянии до 20 сантиметров. Пилильщики показывают самый первый этап эволюции перепончатокрылых. Как и у предковых форм, у них есть пиловидный яйцеклад, которым пилильщики делают надрезы на сочных частях растений. Но главным их отличием от прочих перепончатокрылых является сидячее брюшко, не отделенное от груди перетяжкой. Потому и тело их кажется таким плотным и пикническим.